Выставка фотокартин называется «Путешествия. Далекие и близкие». Их автор – член Союза фотохудожников России, член Российского географического общества Эдуард Кутыгин. Разглядывая работы, посетители смогли буквально побывать в разных уголках Урала и Зауралья. Автор отснял свои фотографии в Шадринске и его окрестностях в радиусе 350 километров. Работы фотохудожника Кутыгина выставлялись на таких выставках, как «Первозданная Россия», «Золотая черепаха», «Дикая природа России», а также фотовыставках в различных городах страны. Ваши работы сделали большой жизненный круг, чтобы приехать к нам в Курган. Я хочу вас еще поздравить с тем, что я была полна гордости в этом году в Москве, когда на фестивале в ЦДХ я увидела опять ваши работы. Для творчества необходимо вдохновение. Эдуард Кутыгин рассказал, что вдохновляет его заниматься фотографией. Самое главное вдохновение, наверное, у каждого фотографа сделать какое-то яркое, выразительное, визуальное произведение. Это самая главная движущая сила. Автор считает, то, что видит человек изо дня в день, перестает волновать воображение. Стирает новизну, превращает жизнь в замкнутый круг. Дом, работа, дом. Чтобы фотоработы смогли заново открыть окружающий мир, подарить новые ощущения и впечатления, фотохудожник приходит в интересные места ранним утром, когда природа и окружающий мир погружены в предрассветный сон. Либо темной ночью, когда стоит пронзительная тишина. Снежной зимой природы особое морозное звучание, унылой осенью – хмурое ненастье. Автор уверен, что лучше понять и узнать мир, где мы живем, помогут маленькие путешествия в него, которые приводят порой к совершенно неожиданному, новому восприятию родных пейзажей. На мой взгляд, этот мир неисчерпаем, красочен, эмоционален, красив, гармоничен. У посетителей выставки было впечатление, что они смотрят не фотографии, а фильм о природе. Выставка фотохудожника Эдуарда Кутыгина будет работать до 30 апреля. Жанна Карманова, Вадим Бутаков, Лидия Кагородцева, информационное агентство «Курган.ру».